Хоган Гидли работал при предыдущей администрации помощником пресс-секретаря, а теперь он в Институте Америка Ферст. Он только что провел расследование, обнаружившее, что более 100 округов в 14 колеблющихся штатах не сохранили данные выборов 2020 об избирателях, и это нарушение федерального закона. И более того, оно показало, что в некоторых округах, где данные сохранились, были расхождения между числом проголосовавших и числом посчитанных бюллетеней. У, похоже на вбросы. Молчать! Ты порочишь нашу демократию, указывая на ее фейковость. К примеру, в округе Майами-Дейд расхождение между числом избирателей и числом бюллетеней было около 2%. Это разница в 15 тысяч голосов, и это в одном округе. Если вы хотите знать, насколько в Майами-Дейд плохо с работой с данными, один из наших продюсеров, который не живет в Майами уже 15 лет, только что получил карточку для голосования в грядущих ноябрьских выборах в округе Майами-Дейд. Хоган Гидли присоединяется к нам, чтобы рассказать, что он еще обнаружил. Это удивительная история, о которой, возможно, нам даже говорить не позволено, но мы все равно будем. Хоган, что вы обнаружили? Спасибо огромное, Такер. Послушайте, закон, который они нарушили, это акт о гражданских правах 1960-го. Который требует от штатов собирать и сохранять данные об избирателях в течение 22 месяцев после федеральных выборов. И мы, конечно же, пошли в эти 14 штатов, мы просмотрели 100 наиболее густо заселенных округов, и из этой сотни только 6 сохранили хоть какие-то данные. И когда мы посмотрели на цифры, это вызвало ошеломление. Но и это не все, так как мы также посмотрели данные о количестве избирателей и сравнили их с числом бюллетеней. И они везде не совпадают. И когда мы спросили местные власти, то у них не было никакого ответа. Ты упомянул 16 тысяч в Майами-Дейд. Это один округ во Флориде. Так ли это много для такого большого штата? Ну, не знаю. Спросите Рика Скотта. Он выиграл на последних выборах с преимуществом в 10 тысяч голосов. Округ Коб, Джорджия. В одном округе мы обнаружили расхождение в 34 тысячи. И мы знаем, что последние выборы там решили 11 тысяч голосов. Вы бы не позволили происходить такому в вашем банке. Если вы приходите туда и даете им 100 долларов, то на депозит вам записывается 100. А что, если там запишется 50 или 150? Эти цифры не совпадают нигде. Никто не может сказать нам, почему. Это все какой-то развод. И эти законы нарушались по всей стране. Эти чиновники в комиссиях либо глупые, ленивые, невежественные, либо преступники. И они нарушили федеральный закон. Это серьезная проблема, и ее нужно сейчас же исправить. Мы работаем с местными госсекретарями, чтобы добраться до сути происходящего, и чтобы убедиться, что они соберут и сохранят данные грядущих выборов, чтобы потом было гораздо легче их проверить. Но вот в чем основная проблема. Человек и организация, которые должны следить за исполнением акта о гражданских правах 1960-го, это Мэри Гарлин и Департамент юстиции. Как думаешь, они наконец отвлекутся от обвинения родителей, которые хотят следить за образованием своих детей в терроризме? Но уж нет. Мы ищем способы сделать так, чтобы голосовать было проще, а обманывать сложнее. И собрав эти данные, мы сможем в реальном времени наблюдать для предотвращения нарушений, неточностей и вбросов, чтобы этого больше не повторилось по всей стране. Ну да, в смысле, я не могу даже представить себе причину для... 94 из 100 округов избавились от данных. Что им запрещено? Я не думаю, что для этого есть оправдание. Хоган Гидли, я ценю ваш труд. Спасибо вам. Спасибо огромное.